решение принято демонтировать сцену с этого места. И дальше вопрос будем поднимать по гарантии. Находить подрядчиков, проектировщиков, кто это проектировал, исполнял, привлекать к ответственности, если это возможно, в гарантийных обязательствах. Ну как думаете, она подлежит восстановлению, я ремонту, думаю, что, нет, что дальше? Подлежит, не подлежит восстановлению. Я осмотрел, мы вдвоем осмотрели, специалисты приняли решение, что восстановление сцены не подлежит.